В грядущий четверг, 1 апреля, футбольный клуб «Тверь» в рамках 17-го тура ПФЛ сыграет с владимирским «Торпедо». Эта встреча для подопечных Вадима Гаранина станет первой официальной в этом году и откроет для тверской команды весеннюю часть чемпионата. В преддверии возобновления первенства коллектив провел открытую тренировку для журналистов. Съемочной группе нашего телеканала удалось пообщаться не только с игроками и главным тренером, но и с президентом клуба Мамукой Аджоевым. Ко второй части чемпионата профессиональной футбольной лиги тверской коллектив, кажется, подходит в хорошем настроении. Масштабные сборы, которые затронули сразу три страны, семь контрольных матчей и всего одно поражение в них. Зимнюю паузу коллектив Вадима Гаранина провел насыщенно и интересно. Особенно это было важно из-за смазанной концовки осенней части чемпионата, когда команда в пяти играх набрала всего 2 очка. Провести начало нового отрезка лучше, чем окончание предыдущего. Таковым был основной посыл президента клуба Мамуки Аджоева в беседе с футболистами перед открытой тренировкой. Для вас, как для президента, какое место по итогу чемпионата будет успешным? Ну, успешным будет, я думаю, не только для меня, да, а в целом для любого человека самое высокое. Да? А дальше уже посмотрим, мы от игры к игре двигаемся. Вот, по игре мы, как минимум, не хуже тех, кто сейчас находится на лидирующих позициях, а мы тоже одни из лидеров, да, соответственно. И уже будет видно, соответственно, в конце посчитаем. Об ожиданиях и перспективах второй части чемпионата главный тренер команды Вадим Гаранин говорит также сдержанно и скромно. Работу, проделанную на сборах в Беларуси, Турции и в Подмосковье, наставник тверичей назвал интенсивной, но отметил, что ровно такая же работа идет и по ходу чемпионата. Все построено на интенсивности, хорошие сборы, очень полезные. Единственное, немножко, конечно, то, что мы вернулись после Турции, проблема с полем, то, что погода немножко не позволила здесь позаниматься, пришлось в Москву ездить, а так положительно очень все по-футбольному, так что ждем, не дождемся 1 числа. 1 апреля футбольный клуб «Тверь» отправится в гости к владимирскому «Торпедо». Это будет матч 17-го тура профессиональной футбольной лиги. В октябрьской встрече первого круга на своем поле коллектив Гаранина торпедовцам уступил 1-2. Сейчас соперник занимает 3-е место в турнирной таблице, «Тверь» – 6-е. Безусловно, то, что команда получает по 6 очков без игр, как случилось и с Родиной, и с Владимиром, немножко вносит коррективы в какую-то в реальную ситуацию футбольную. Но это жизнь, это, к сожалению, сейчас часть стала нашей жизни, вот это вот вещи. Готовимся, очень хотим радовать тех болельщиков, которые нас любят, которые за нас переживают, которым мы доставляли и хотим доставлять радость. К слову, болельщиков на домашних матчах Твери с этого года будет больше. Соответствующее постановление главы региона позволяет заполнять спортивные сооружения до 75% от общей вместимости. Первый домашний матч тверского коллектива в этом году намечен на 6 апреля. В столицу Верхневолжья приедет московская родина.